Почему ты перед Богом не благоговеешь, хоть в Его существование веришь? Почему у тебя нет страха перед Ним, если ты сердцем веришь в Него? Христос — это воплощенный Бог, этот факт ты можешь принять. Так почему же ты полон презрения и непочтения? Разве в этом ваша вера? Каждым мгновением вы являете неверие. Это значит, что каждый миг вы рискуете предать Христа, ведь ваша кровь полна сомнения, сомнения в воплощенном Боге. И потому Бог говорит, что ваш путь, путь вере не крепок. Вы неосновательны и неискренны в вере. Вы неосновательны и неискренны в вере. Зачем ты судишь Бога, глядя, куда Он идет? Отчего не подчиняешься плану Его, не следуешь Его словам? Зачем вымогать и красть дары Его? Зачем говорить с позиции Христа? Зачем Его хулить за Его спиной? Зачем судить Его труд и слова? Разве в этом ваша вера? Каждым мгновением вы являете неверие. Это значит, что каждый миг вы рискуете предать Христа, ведь ваша кровь полна сомнения, сомнения в воплощенном Боге. И потому Бог говорит, что ваш путь, путь вере не крепок. Вы неосновательны и неискренны в вере. Вы неосновательны и неискренны в вере. Все пути, речи ваши, все мотивы, ваши цели выдают ваше неверие в Христа. О том же говорит ваш взгляд, и каждый из вас в любую минуту являет неверие. Это значит, что каждый миг вы рискуете предать Христа, ведь ваша кровь полна сомнения, сомнения в воплощенном Боге. И потому Бог говорит, что ваш путь, путь вере не крепок. Вы неосновательны и неискренны в вере. Вы неосновательны и неискренны в вере. Вы неосновательны и неискренны в вере.